Какие цели общие объединяют вас с депутатом Сергеем Сырбу? Сергеем Сырбу, к примеру, он является юристом, и мы одинаково видим и считаем, что сегодня Молдове нужна реформа юстиции. Реформа юстиции, мы видим ее одинаково. Мы считаем, что мы не проведем реформу юстиции по телевизору, как это сегодня происходит в Молдове. Мы не проведем реформу юстиции разными назначениями Высших Советов Безопасности. Мы проведем юстицию только при одном случае, если мы сделаем суд присяжных в нашей стране. Когда простые люди будут определять, виновность или невиновность человека. Простые... Не группа судей. Простые люди, как, к примеру, жители города Аргеева, проголосовавшие за вас, да? Вы такие люди хотите, чтобы в том числе, они люди, судили? Они люди, живущие в этой стране, имеют право на свой голос.